Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас распаковка товаров сета мыла Опт. Заказ был оформлен 16 числа июня. Оплачен через банковский перевод. И также доставка была выбрана новая почта. Было заказано 17 позиций на определенную сумму. Он был оплачен вовремя. Но есть некие замечания по поводу времени исполнения заказа. Мне его доставляли без 4 дней в месяц. Я очень надеюсь, что это единоразовая акция и такое не повторяется на этом сайте. Я буду еще делать заказы, но пока что осадочек не самый приятный. Давайте пройдемся по тому, что я заказывала. Это было два пакета поверхностно-активных веществ. Они пришли вот в zip-пакете плюс обычный целлофановый. Это кокаил изотионат натрия и кокосульфат натрия. Были запечатаны плотно, ничего не просыпалось. Дальше я заказала персиковые косточки, масло 100 мл. Полисорбат 80, 100 мл, персик, банан, отдушка, витамин Е, витаминный комплекс, протеин пивных дрожжей. Как видите, этикетка приклеилась к пакетику, не совсем все ровно. Водорастворимое масло ши 25 мл. Протеин, гидролизат протеинов кератина 50 мл. Восстанавливающая маска для волос с кератином 30 мл. На всех этикетках, как вы можете заметить, указан срок годности и производство. Вот здесь Украина, например, а вот здесь у нас Германии, на каждой упаковочке есть их происхождение. Также я заказала мацерат амлы, отдушка календулы, жидкий шелк 50 мл, как видите, сами как наклеена этикетка. То есть это не я придумала, а так оно пришло. Я уже его открывала, смотрела. Также отдушка зеленый чай, масло вишневых косточек, еще два маленьких пузыречка. Это экстракт CO2 череды и комплекс CO2 для предотвращения выпадения волос. Заказ был оформлен 16 июня. Я его оплатила сразу. Деньги не маленькие, 800 с лишним гривен, почти 900. И было не самое приятное ощущение, когда я забирала эту посылку уже 12 июля. Я благодарна компании за то, что все совпало, все пришло, но было уточняющее письмо, чтобы я все перепроверила на почте, и если что-то не совпало, сразу был составлен акт на новой почте. Я все так сделала, прописала галочки, все проверила, все совпало. Надеюсь, что следующее наше с вами сотрудничество будет более эффективное. Все ссылки на товары, которые я заказывала, оставлю в описании к видео. Также хочу добавить, что все бутыльки и пакеты были хорошо запакованы, ничего не пролилось, не поломалось, все доехало в целости и сохранности, коробка была целая, я, к сожалению, уже убрала, ее здесь нету, внутри лежала накладная, и это я уже просто открывала, пробовала некоторые пузырьки, поэтому там уже вскрытая коробочка, но все было доставлено как надо.